Извергался в 91 году этого века. До сих пор еще видны черные, черная лава. В то время, когда он извергался, это было не сильное извержение, чуть-чуть буквально, но все деревни вот ближайшие их эвакуировали, то есть никто не пострадал. То, что мы видели по дороге, это вот эту мы гору видели и Арун. Помнишь эту высокую? Вот это вот вторая была. Году, 13 лет назад. Одесса small. Yes. It was in Bali people And was it possible to come here and see how yeah. Did you see? I just heard. I just saw from the resources. Sorry. When the biggest one? 65. 65. It was very big. The Papa and Tilupu. Hey boys, because I know the photo of Tilupu. Сооружение это сделано. Это рыбная ферма.
бы там, на воде, на озере. Рыбная ферма. Я уже сказала, да, что в 99-м году последнее извержение было. Самое большое было извержение в 79-м году. 65. В 65-м году было очень сильное извержение, и даже пепел даже доходил до Убуда. Это было сильное извержение. В этот раз было не сильное. Даже люди могли прийти сюда и посмотреть, как лава стекает. То есть не было такого взрывов, не было. Просто лава потихонечку стекала вниз. Это было последнее в 99-м году. Вот было бы интересно посмотреть, да? Ha ha ha.